Ах, черт. Эй, хватит уже бить по пальцам. Простите, мистер Охара. У нас все готово. Скажите остальным, пусть идут домой. Ясно. Удачи вам, сэр. Гектор, это весь керосин, что остался? Весь. Остальное разлили, как вы сказали. Подпалим им задницы. Смотрите, кто пожаловал. А, подкрепление подоспели. Рад, что вы двое попали на наше барбекю. Это что еще за пугало, амиго? Меня зовут Макой, амиго. Макой? В жизни не думал, что буду драться бок о бок с шотландцем. Без обид. Без обид. В общем, мы видели всадников уже на перевале. Что же, тогда приступим. Вы двое оставайтесь тут и выбивайте мерзавцев по одному. Кто бьет больше, тому бутылка доброго виски. Идет? Виски? Ха-ха, по рукам. Я засяду в лодочном сарае. Славно, славно. А вы, мистер Макой, не думаете, что уступите Гектору? Таким неандертальцам я еще не проигрывал. Готовьте виски. Вы не говорили, что ваш друг обаятелен, как змея? Не беспокойтесь на его счет. Она бы лучше уйти в дом, пока они не напали. Ладненько. Покажем этим гадам, кто на ранчо хозяин. Дядя Йен? Что такое, Кейти? Это все из-за меня, да? Что за чушь ты несешь? Если бы я тогда не потеряла купчую. Кейти, Хиггинс обманывал всех, не только тебя. Да, но... Никаких «но». Мы справимся, как всегда. Надеюсь, ты прав. Выше нос, научим этих шавок не связываться с Охара. Теперь тут все наше! Это наша земля, слизняки безмозглые! Уползайте к своему Девитию и передайте ему мои слова! Они, похоже, очень заняты. Пора отрабатывать свои деньги. Где там этот дуболом? Только не говорите, что до сих пор прячется в лодочном домике. Придется сходить и проверить. Повсюду люди компании. Хорошо, что уже стемнело. Главное не привлекать внимания и не выходить на свет. Но для начала надо разобраться с этими недоумками. Посмотрим. Одного за другим. Запасливым. Я полагаю, одной скалинки тут хватит. Мы заходим в освещенные зоны. У меня есть... Я не увернулся! Надо управиться с ними, пока они не пришли в себя. Они даже не почувствуют. Одна проблема решена. А теперь в лодочный сарай. Да, соглашусь. По свету незаметно я не пройду. Лучше погасить лампу. Это может даже отвлечь охрану. Бесплатное шоу. Щёкнутый мерзавец! Понеслась. Кого убрать? Достанешься стервятником. Ну, несем этот домишко к чертям! За что платишь, что и получаешь. Любой каприз за ваши деньги. Надо присматривать за тем, у кого факел.
этот виски мой. Дорога сквозь ад. Отдавайтесь уже! Иду. Прямо как на войне. У меня осталось пара. Прямо как на рыбалке. Улов выйдет знатным. Идем. Они должны быть. Оставим его здесь. Там что-то есть. Освещенные зоны. Они мертвы. С глаз долой и с сердца вон. За что платишь, что и получаешь. Всех прикончишь! Ничего, ничего. Да, я тоже об этом подумал. Давай-ка уберем тебя с дороги. Да, соглашусь. О чем я говорю? А тут, похоже, всем заправляют эти плащи. Лучше пока не попадаться им на глаза. Ну, ладно. За что платишь, то и получаешь. Хм. Ладно. Мы заходим в освещенную зону. Да, я тоже об этом подумал. Одного за другим. А вот и лодочный сарай. Если он еще там, надо проверить, все ли в порядке. Посмотрим. Хм. Дверь закрыта. Но с этим я справлюсь. Спасибо, что выпустил меня. Эта чертова дверь взяла и захлопнулась. Хочешь сказать, Громила, что сам ты запертые двери открывать не умеешь? Так тихо, как ты, не умею. Но что тут было без меня? Ну все, Хара! Ты сам напросился! Пора пускать в ход большие пушки. Прошу прощения, босс, мы все еще патронов ждем. Господи, я что, сам все делать должен? За мной! Сейчас принесем ящик с патронами. А вы, болваны, отвлеките их пока чем-нибудь. Да какой у нас план? Мой план был прост. Убрать этих плащей. Они тут главные.
Если их всех перебить, у нас появится шанс. Тогда ты по адресу. Громилы — моя специальность. Ах, еще бы. Слушай, я знаю, что нам пригодится. Видишь, как земля блестит? Это керосин. Горит, как в аду, даже под дождем. Возьмем горящий факел, дождемся, пока кто-то туда наступит, и подожжем. Да, об этом стоит помнить. Ну все, начинаем. И считаем трупы. Та бутылочка будет моей. Скорее уж гроб твоим будет. Да, соглашусь. Сколько их там? Пора взять пару. Это работа для пьянки. Надо кого-нибудь приманить. Само собой, амиго. Так что, продолжим? Я верю. Это раз. Я прикончил первого. Поздравляю. Да я справлюсь. Мне нравится. Ничего, ни из сахара не расклеишься. А? Я бы пока не беспокоился. Да, мне тоже об этом подумал. Борода намокла. Пора, брат. Ну же, амиго. Как обычно, дорогуша. Они даже не почувствуют. Это раз. Я тут, амиго. Иди к доктору. Взяли. Понял. Идем, идем. Прямо как на войне. Дорога сквозь ад. За что? Так ты, значит, Маккой? Точнее, доктор Маккой. Да ладно. Не настоящий же доктор. Если повезет, однажды узнаешь. А вот и три. Лучше б тебе там не сидеть. Любой каприз за ваше дело. Ну, ни черта, даже себе. Не заходим в освещенную зону. Что-то мне это все не нравится. Дичь какая-то. Черт. Странно. Ну, ничего. Ну, ладно. Как такое? Все готово. Что за дело? Нам явно не доплачивают. Не вопрос. Слушаю. Они нас нет. И четыре. Эй, иду туда. Чую неприятности.
Да, соглашусь. За что платишь, что и получаешь. Кого? Уже пять. Иду. И что теперь? Неплохая мысль. Тот виски мой. Понял. Врача вызывали? Сюда, Нико. Так ты доктор? Что, настоящий? А что тебе не нравится? Замки вскрывать, метко стрелять. Этому всему врачей учат? Я человек многих талантов. Мы заходим в освещенные зоны. Ага, понятно. Бьянка, пошумим. Это работа для Бьянки. Еще. Секундочку. Вот так. Пора взять пару нот. Пошумим. Да, я понял. Добре! Мне мерещится или куст пошевелился? Она еще... Вот. Теперь три. Я пошел. Вот она где. Я бы пока не беспокоился. Ладно. Посмотрим. Иду. За что платишь, то и получаешь. Никому не дам в обиду своих друзей. Было что? Да, я готов. Ладно. Ох, сейчас щепки полетят. Люблю такие бани. Ладно. Я прикончил первого плаща. Я пошел. Легко. Больше похоже на вторжение. Я выиграю этот виски. Врача вызывали? Да, соглашусь. Не уверен, что на это можно положиться. Их там трое всего! Любой каприз за ваш. Сколько раз меня эта штука? Кому бесплатное шоу? Что это? Мотыльки и пламя. Я не даже не хочу. Семь. Достанешься стервятником. Понял. Выходим на охоту. Бьянка, на выход. Пора всем. Прошу прощения, что ты так носишься с этим капканом? А, Бьянка. Любовь моей жизни. Ты дал имя капкану? Слышишь, Бьянка? Он завидует.
Идем, идем. Прямо как на войне. Да, сколько их там? Надо кого-нибудь приманить. Идем. Главное, В следующий раз достанем. Разнесем там на куски. А, чертов ковбой! Стреляйте, мать вашу! Почему они не сдаются? Черт! Бью без промаха. Понял. Дорога сквозь. Чёртов ковбой! За что? Слушай, у меня осталось пара фокусов. Закинь бумагу. Что тебе? Ага, прям побегу. Посмотрим. Разнесем там на куски. Моя гордость. Отстаешь, да? А ты я еще не разогрелся. Все готово. Прямо как на рыбалке. Какого? О, да. Улов выйдет знатно. Они даже не почувствовали. Десятый пошел. Да, соглашусь. Прямо как на войне. Идем, идем. В этой воде есть нефть. Это одна из тех луж. Осталось только ее поджечь. Там горит костер. Тот виски мой. Они моргнут нос. 11. Иду туда. Так что, продолжим? Я пошел.
люблю такие битвы. Отлично, Гарри. Осторожно. Теперь мы у них на виду. Иду. Хорош лампы тушить, а? Янка голодна. Да, я понял. Пора зажигать. Больше похоже на вторжение. Одного за другим. Посмотрим, кого убрать. Дюжина. С глаз долой и с сердца вон. Я выиграю этот виски. Я бы пока не беспокоился. Прямо как на войне. Идем. И где ты нашел свою... Старый кузнец подарил. Сказал, никто ее не хочет, потому что слишком большая. Не для тебя. Видел бы ты ее. Помятая, ржавая вся. Я ее очистил, отполировал, смазал. Спасибо, я слышал достаточно. Семь. Второй плащ на мой счет. Ага, понятно. Ладно. Кстати.
собой, Арбито. Пьянка готова. Пора взять сторону. Сюда. Я все слышу. Она еще восемь. Сюда, Арбито. Иди к Гектору. Пьянка на выход. Еще. Секундочку. Она готова. Надо кого-нибудь приманить. Ну же, Амиго, бре. Пошумим. Иду. Пора браться за топор. Деть. Пора зажигать. Она все еще голодна. Пора взять пару ног. Это работа для птицы. Пошуми. Так точно, Амиго. Добре. Я все слышу. Десять. А вот и легкотня. Слушаю. Возражений нет. Я не промажу. 16. Тут, Амиго, я пошел. Ну же, Амиго. У нас не работает. Они даже не... А, вот это жизнь. Без дождя я бы обошелся. Да ладно, док. Еще скажешь, что тебе это не по душе. Я этого не говорил. Сюда, Амиго, сюда. Одиннадцать. Вот она где. Ага, понятно. Время как нашло. Забудь об этом. Не уверен, что на это можно положиться. За работу. Кого пора мне? 13. Ты пропустил 12. Думаешь, я до 13 считать не умею? Я сомневался, что ты дальше в трех зайдешь. Это ж третий плащ был, так? Обращаться с осторожностью.
Вдохнуть и ночь. Говорят, кого брать? 17. 18. Черт, сбился со счета. Иди к Гектору. Я еще много могу взять. Слушаю. Бью без промаха. Надо кого-нибудь приманить. Смотри в оба. Пошумим. Пора взять посюда. Я тебя сейчас. Так точно. Я верю. Ладно, теперь точно 13. Ну и где? Контроля всего, черт возьми! Посмотрим. Сейчас. Так точно, амиго. Слушаю. Они даже... Посмотрим. За что? Это сколько уже? Точно 4 плаща. 20 ровно. Стоп тебя! Стреляйте, мать вашу! Выходим на охоту. Нет, один. В следующий раз достану. Их там трое всего, черт возьми. Оставим его здесь. Ай, черт там ковбой. Черт, все время вас. Прямо
Идем. Да чтоб тебя! Раз достану! Там трое всего, черт возьми! А, черт там! Черт, все время мало! Работаю. Я бы пока не беспокоился. Иду. Да чтоб тебя! Следующий раз достану! Трое всего, черт возьми! Тебе крышка! У нас нет. А, черт там какой! Да, я понял. Ну, иди. Новая охота. Черт! Все время машу! Кого? Да чтоб тебя! Другой каприз за ваши деньги. 21. В следующий раз достану! Сердце вон. А, чертов ковбой! Черт, все время... Все свое крашу с собой. Да чтоб тебя! Ладно. Их там трое, а, чертов ковбой! Черт, все время машу! Да чтоб тебя! Пора зажигать. Бьянка на выход. Обре. Иду. 15. Встречайте, почтальон. В следующий раз достану. Сюда, Нива. Чего неприятности? Тот виски мой. Да, я тоже об этом понял. Они моргнули на свет. 22. Иду туда. Любой каприз за ваши деньги. Там что-то... Прямо как на войне. Кого убрать? 23. Ну, ладно.
Больше похоже на вторжение. Да чтоб тебя! Ладно, пора браться за преследующие. Темнота — моя стихия. Да чтоб тебя! Не вопрос. Шестнадцать. Я выиграю этот виз. И еще. Сколько их там еще? Думаю, этого хватит. Надо найти удобное место. Хочу кое-что проверить. Так что, Идем, идем. Семнадцать. Ладно. В следующий раз достану. Кюхтеру. Я еще много могу взять. Слушаю. Неплохая мысль. Все свое нашел с собой. Буря начала. Категорически нет. Ха, борода намокла. Идем. У нас не вагон. Кого? Да, соглашусь. Ох, сейчас щепки полетят. 18. Сюда, Амиго. Я бы пока не беспокоился. Сейчас, сейчас. За работу. Какой у нас план? Врача вызывали. Любой каприз за ваши годы. Мы заходим в освещенные зоны. Умеешь ты людей пугать? Возражений не имею. За что платишь, то и получаешь. О, чёрт, там что-то было. Ваш лампы тушить, а? Да, я тоже об этом подумал. Господи, вот ты где! Я тут, Амиго. Да точно, Амиго. Так что, продолжим? Темнота — моя стихия. Ну ладно, не заходим в освещенные зоны. Ха, сколько их там? Ну же, Амиго. У нас не вагон времени. Они и моргнуть не успеют. Пора браться за топор. 26. Ох, сейчас щепки полетят. Они даже не почувствовали. Здоровяков лучше мне оставить. Легкотня. Один хорошо, два лучше. 27. Взяли. Оставим его здесь.
раз достану! Стреляйте, мать вашу! Ну, пора. Буря началась. Любой каприз. Разнесем там на куски. Да. В следующий раз достану. Стреляйте, мать вашу! Чего они не сдают? А, чертов ковбой! Не вопрос. Их там трое всего, черт возьми! Борода нам мало. Черт, что тут произошло? Что там происходит? Может, им хватило на сегодня, О'Хара? Идиоты! Сколько можно копаться? Ну же, за дело! Будут стрелять из гатлинга. Но уже внутрь. Живо! Идемте! Какого? Огонь! Давай, О'Хара. Это что за дерьмо? Что-то придумать, пока они не разгромили дом. Старый просто стрелил бочонок с нефтью. Вы думаете о том же, что и я? Гиена огненная. Какой у нас план? В чем дело? Почему не стреляет? Пораза. Не знаю. Сейчас выясню. Пьянка готова. Еще. Секундочку. Вот так. Пошумим. Само собой, Амиго. Я... Кто там? На кой черт мне это сдалось? Надо кого-нибудь приманить. Я... Иду. Меня так просто не обманул. Пошуми. Осторожно. А ну, мешает. Заткни уши. Ну все, тебе кранты. Мне нравится. Она еще может. 20. Да, я иду. Смотри в оба. Будь начеку! Кто-нибудь! Чего находится, твою мать? Я стараюсь!
Ага, сейчас. 29. Увидите их, стреляйте на поражение. Они не могли далеко уйти. Выше, выше! Хорошо, эти слова. Не уверен, что мы. Ищем, ищем! Нельзя их упустить! Выходите! Вот ведь пронырливые ублюдки. Да твою ж мать, куда они провалились? Выкурим их, и всего дело. А ну вылезай! О, тут снайпер! Я все равно тебя найду! Кто-нибудь что-нибудь нашел? Прямо как на рыбалке. Нашедший забирает все их добро! Твою ж! Там снайпер! Последний патрон остался. Посмотрим тут мимо все. Мимо меня не просмыкал ни на камни. Выкурим их, и всего дело. Он еще время тратит. Я все слышу. Двадцать один. Получилось очко. Больше похоже на вторжение. С этим заканчивать. Возражение. Осторожно! Они все еще где-то там. Какого? Ладно. Одного за другим. Что это там? Ха! Какого черта? Я сваливаю! Спасайтесь! Что, уже все? А я только начал разогреваться. Тебе всегда мало, да? Да ладно тебе, Маккой! Разве бывает много? Я вижу, вы двое неплохо развлеклись. Вы точно в порядке, мистер О'Хара? Не волнуйся, сынок, все не так страшно. Крепко вы нам помогли с этой бочкой. Всегда, пожалуйста, здоровяк, не зря старались. Мистер О'Хара, а что там с тем виски? Ах, да, да. Мы тут все заслужили по стакану лучшего виски. Джентльмены, прошу за мной. Что за... Дядя? Что с ним? Тихо. Старый дурак. Дядя. Мы им показали. Да. Не оставляй меня. Не глупи. Это не твоя вина. Тебе ясно, Кейти? Это...